познакомились с одной девочкой, и там это, ровесница Юли была Таисия. Это было весело. Как... А Ян Андерсон. Мы поехали, мы уже от смога спасали. И кто-то уже решили на наезженное место поехать. А там виза нужна? Нет. И я там вообще чуть не плакала. Да? Ребенок в море вообще не заходил. Потому что у нас такая была территория, отдельно участок территория охраняемая. Мы выходим на пляж, а все никого. Молодец. 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 This is Mama.